Доброго утра, мы завтракаем. Сегодня у нас на завтрак гренки. У меня будет компот, у детей чай. Гренки, помидорки и персики. Ой, это же и мое самое любимое. А, ну на тебе тогда. Давай лучше мне такой, который уже последняя гренка с большим количеством яичницы. А я возьму второе самое любимое. Тоха никак не может проснуться и балуется. Фаберлик. Нашу любовь заказали вот эти вот мыло. Мне кажется, товары для дома. Фаберлик очень даже хорошие два мыла. Вот этот классический аромат, а вот этот кофе, ну не знаю, как он будет, но попробуем. Что вот, все уже утвердило. В Титеровке нужно забирать, оплачивать через, ну, в течение недели. Они его хранят, и потом... Если не оплатил, то они через неделю его отправляют обратно. А раньше не было сроков оплаты. Вот сейчас и товары лежали неоплаченные, знаете, долго и нудно. А сейчас, вот когда есть срок оплаты, все через неделю, вот заказали мы на 2053 вместе с доставкой будет. Молодой человек, вот это что такое? Расскажите нам. А, ты так перчатки искал? А зачем тебе летом перчатки, сынок? Кого-кого? Буряки. Буряки? Да. А где ты взял буряки? Мы там купили что-то. Купили что-то? А с кем вы там купили? Да, да, папа и дедушка, а бабушка. Да? Больше ни с кем. И больше ни с кем. А что это? Я не знаю, что это, ты мне скажи только. Это деньги. Денежки? Мама, бери. Я? Да. Сына? Афоня, убили? Нет, я устал. Ты устал? И я устала. Я пошли могу. Поспим. Нет. Тогда убери, пожалуйста, все. Ага. Зоя, это от Гришиных кроссовок. Это разделю. Не знаю. Убери, пожалуйста, деньги. Смотрим парад. Военно-морской флот. Это где, в Питере, наверное, да? Здравствуйте, товарищи! Будем сейчас обедать, да, едать гороховый суп. Короче, горох тут растворился, растворился, и кажется, что вообще в супе как будто ничего нет. И салат. Салат я люблю, когда побольше помидоров, прям очень много. И персики. У меня сейчас огурцы, я вот здесь вот уже их перебрала, замочила, буду мыть хорошо, листиков разных нарвала, вишня, укроп, с зонтиками у нас вообще засада, поэтому вот такие вот подсохшие уже буду, хрен здесь, листья черной смородины и шпарыш. Вот, чеснока начистила, помою 4 банки, ну не знаю сколько будет, может быть еще тогда домою. Так, залила кипятком, как раз, знаете, 4 баночки получается и получилось огурчиков. В общем, теперь они стоят, а я сейчас займусь персиками, буду закатывать компот персиковый. Слушайте, я раньше наливала воды, а потом тянула эту большущую кастрюлю. Сейчас поумнела. Персики, сахар, добавляю воды, ну, просто графином буду ее наливать. Потому что не хочу тягать, аж 15 килограмм получается. Я сейчас быстренько приготовлю ужин. Купила рыбу путаса, путасу, да, называется. Посолила, поперчила, лимонный сок, немного подсолнечного масла. И сейчас буду ее запекать в духовке, делать еще пюре и салат. Потому что в 6 часов нам идти с Антоном в школу. Тут за мальчик к бабушке приехал. Что за маленький мальчик?
Привет! Это наш мальчик? Тебе жарко? Да? Ладушки, ладушки. Да, 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 покажи. Так, сиди, не крутись, зайчик. О, Зоя Степановна! Зоя Степановна моя красавица. Клининговая компания приехала. Тетя Вера сшила еще и Афанасию новое, да? Красивая, футбольная, да? Спасибо, Григорий. А, тетя Вера будет сейчас резинку, просто на резинке, да? Хит сезона. Ты тут уже спать собрался? Футболист? Не, ну прям яркая, красивая. Красивая, да, сынок? А что, тебе тетя Вера все закрыла, да? А что она тебе все закрыла? Не, она закрылась сама. Просто занавески поправили. А-а-а. Ку-ку! Ты будешь спать, сынок? Сегодня ночью будешь на новой кроватке спать? Да. Считай, что новая кровать, короче, ткань, да? Ткань вообще классная. Ткань тебе рассказала обалденная. Шилась хорошо, да? Потому что она была дорогая. Ну да, здесь это потому что надо, в общем... Да, на полуторная, скажи, сколько надо? 8 метров ткани, да? Вот на полуторная и просто не будет нарисовать. Короче, 8 метров, да? А мы тогда купили 6,5, да? Поэтому пришлось белое сделать. Мама, пили себе сику. Кого? Сику. Сику. Сливку? Да. И куда, сюда? Персик. Персик, пожалуйста, туда кушать. Пусть за тобой твоя жена ухаживает. Что за девочка? Тоже спать будет? Да. Все с ним спать, да? Так, что, его жарить уже? Карасика Гришка поймал. Не, он небольшой. Он, наверное, солидный. Заброс. Ой, куда? Гришка, отдай его, он один. Марсику отдай. С Антохой выехали в школу. Сегодня должна быть примерка формы и должна быть получение учебников еще. Сейчас посмотрим, что там будет за учебники. Все, мы в школу. Надо бы, конечно, нам, Антоха, пешком с тобой пройти, да? Чтоб ты знал дорогу, да? Да мы, как всегда, на машине. Антохе выдали учебники. Что еще? Стишок. На 1 сентября. Уже мы забрали мы жилетку и галстук. 1 сентября. Ну да. Ну, я надеюсь, что будет хорошая погода. Будете на площадке там, да? А стишок хороший. Да-да, в актовом зале, да. Ну, как тебе школа? С Викой встретился, да? Ехали, а папа тут у нас что-то химичит. Что ты химичишь, пап? Что ты хочешь из трактора сделать? Мерседес? Ну, ты ж хотела в Париж. Вот придется самолет сейчас, крылья. Прикрывать. А, самолет это? Да, ну, а как в Париж? Я хочу в Париж, я да. Я думаю, своим ходом на тракторе ты не поедешь. Правда, я сейчас наслышалась, что в Париже там все не так уж хорошо. Ну, в смысле, в самом Париже. Ну, короче, я, можно сказать, я сэкономила. Да. И ты, как жена, и это домохозяйка. Да. Вот какое-то крепление, да? А что оно крепило? Зайка. Чтобы подымалась вот эта херня, нужно, чтобы крутилась вот эта херня. А чтобы эта херня крутилась, нужно натянуть вот эту херню. А чтобы ее натянуть, надо... Чтоб крепление было целое. То есть это вот эта херня. В результате вот это... Тут сломалась какая-то вот херня. Херню, да? Вот эта херня сварочкой захерячит, да? И прихерячит. Ясно. Что, Антон... Антон Сергеевич, иди сюда, встань. Ну как тебе, Антош? Тебе нравится? Сейчас, конечно, вид еще тот. Мы за тихонькой приехали. Это что такое? Пас? Да, я пас прям в камеру. Да.